Более 23 тысяч первоклассников придут учиться в безопасные школы. Таковы результаты пожарной инспекции МЧС России по Крыму. Чуть более 500 образовательных учреждений прошли детальную проверку, во время которой специалисты оценили систему оповещения и сигнализации о возгорании и задымлении, а также соответствие другим требованиям пожарной инспекции. Я не скрою о том, что есть ряд замечаний по функционированию в части пожарной безопасности образовательных организаций, но тем не менее эти замечания, они дают нам возможность говорить о полноценном функционировании образовательных организаций в новом учебном году. В основном вопросы возникают в адрес тех образовательных учреждений, что находятся в селах Ленинского района и Керчи. Также несколько таких объектов расположены в Ялте и Судаке. Индивидуальный подход к каждому из них позволяет не прерывать учебную деятельность, ведь закрытие более чем 200 школ Крыма недопустимо. На таких объектах создаются добровольные пожарные дружины. Также дежурят сотрудники из числа персонала школы. Удвоенный запас первичных средств пожаротушения предусмотрен на таких объектах. А также другие компенсирующие мероприятия, которые также с нами по конкретному объекту согласованы. Кроме, собственно, соблюдения требований пожарной безопасности, в школах обязаны обучать воспитанников правилам эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. Каждые полгода школьникам устраивают учебную тревогу, в ходе которой они запоминают правильный маршрут на улицу. Именно своевременный и организованный выход из здания – залог успешного спасения детей и персонала школы. Никита Егоров, Евгений Стариков, Служба новостей ИТВ.